И к другим новостям. В центре Варшавы прошла массовая акция антиправительственного протеста. Безопасность на время демонстрации на улицах польской столицы обеспечивали 3000 полицейских. Усиленные наряды выставляли у здания следственного изолятора, где содержится бывший глава МВД страны Мариуш Каминский и его заместитель Мачей Вонсик. Митинг от президентского дворца до здания Сейма организовали сторонники партии «Право и справедливость», не смирившиеся с проигрышем на выборах. По словам инициаторов, этот протест против правительства Дональда Туска и против нарушения его предвыборных обещаний. Однако на улицах были слышны мнения о том, что задержанных попросту пытаются использовать как предлог для выступлений.